Ну, уже кое-что. Но мы не будем упражняться в этом, давайте по-быстрому поговорим. Тем более времени мало. Кто за то, чтобы начать? За вчерашний день кто-нибудь что-нибудь получил? Что-то давали? Я скажу вам откровенно, я думал, что я там крутой. Ну, не совсем, но вот так что-то из себя представляю. А вчера, когда спонсор вышел, он говорит, у меня Ламборджини есть 5 штук. И потом говорит, ну покажи свой чек. И я заткнулся. А? Да. 5! И среди Ламборджини несколько сотен тысяч долларов на колесах стоит на дороге в пробке. 5 таких штук! Значит, кроме этого еще что-то есть? А? Значит, деньги поступают не 50 долларов в 17 дней. Ура, чек! Да? Значит, нам есть куда стремиться? Значит, тут есть деньги? Наша задача их взять. Наша задача взять здесь деньги. Кто за деньгами пришел? Кто занимается бизнесом? Кто пришел сюда продавать продукт и зарабатывать деньги? Есть такие люди? Мы же не лекции пришли читать сюда, рассказывать о продукте. Мы же зарабатывать пришли. Значит, надо взять эти деньги. Тем более, что они здесь есть, мы убедились. Или есть такие, кто сомневается, а есть ли тут деньги? Есть, можете не сомневаться. Вопрос не в этом. Вопрос, как их взять, эти деньги. Как заработать здесь деньги. И тут возникает серьезная проблема. Передо мной, во всяком случае. Не знаю, как перед вами, но передо мной возникает серьезная проблема. Мне уже достаточно... Порядочно лет, короче говоря. Я уже не школьник. Я уже кое-что посмотрел. И у меня были разные в жизни периоды. Но в основном такие, большая часть жизни прошла от получки до получки без денег. До бизнеса, до сетевого периода моего, который вот длится уже 15 лет. Там просто от получки до получки всегда. И потом большую часть сетевой карьеры в долгах. Откровенно, тупо в долгах. Больших. Я был офицером, служил вроде как неплохо. А потом уволился и стал пробиваться в этой жизни самостоятельно. Мне хотелось попробовать себя в другой сфере, в бизнесе. Тем более времена такие начались. И я начал заниматься и всякими разными делами. И в основном это было, сейчас вспоминаю, смешно. Просто смешно. Постепенно я начал терять в себе какую-то уверенность. Я начал понимать, что я не приспособлен для этой жизни. И зарабатывать деньги там и так далее. И как-то у меня ничего не складывалось. У меня был такой период, когда я служил когда на флоте. Я на Северном флоте служил в Мурманской области. Такой гарнизон Гаджиева там. Стояла третья флотилия атомных подводных лодок. Самая большая флотилия в мире по ракетному потенциалу. Если она жахнет, пол Америки не будет. Вот. И я там процветал долгое время за решеткой. То есть, в смысле, за колючей проволокой. Гарнизон. И там мне однажды... Наверное, жахнули, да? И там мне однажды повезло. Один политработник рассказал мне, что есть новый приказ министра обороны, что можно... людям, кто на севере служит, от Министерства обороны получить кредит на приобретение дома в деревне. Ё-моё, дом в деревне, представляете? Служишь на севере, а тебе дают кредит. Ну, короче говоря, я поехал в отпуск в Крым и выдрал, сам от себя не ожидал, выдрал этот кредит и купил в Херсонской области дом. 34 сотни. И думал, когда-нибудь уволюсь и пригодится мне этот дом. А потом страна через пару лет поменялась, разделилась, и мой дом, который я должен был выплачивать до 2025 года кредит, правда, обесценился, и я заплатил за весь дом, так достал деньги. За сколько там? Ну вот столько.
Украине. Да. И вот у меня был такой дом старинный и участок 34 сотки. Я начал там сельским хозяйством заниматься. Думаю, а что? Быстро поднимусь, разбогатею. Редиска весенняя, это же так классно. У меня вот такая была редиска. Весенняя. Да. И вот поле 34 сотки. И растет бурьян. Многолетний. До меня вырос. Да. И мне говорят соседи слева-справа, говорят, ну надо орать. Пахать. Вы покричали? Нет, пахать. Орать по-украински. И я, иди, говорит, договаривайся с трактористом, и он тебе это самое. Я пошел с трактористом договариваться. Он посмотрел, говорит, ты что, с дерева упал? Тут ни один трактор это не возьмет. Это надо сбить. Я говорю, как значит? Ну руками сбить. Такой бурьян. 30 сот. Я говорю, ну ладно, я собью, приезжай завтра. Он говорит, тебе на неделю здесь долбать. Я говорю, завтра приезжай. Он говорит, не, я завтра не приеду, потому что ты сумасшедший, ты же городской, ни хрена не соображаешь. Это на неделю работа. Я говорю, завтра приезжай, утро будет убрано. Ну он так посмотрел, я говорю, вот. И это его возбудило. И вот, значит, я утром встал. Ну вот, послезавтра приезжаю. Утром я встал и думаю, так, надо сбить. И вот я начал сбивать. Через час я понял, что я погорячился. Крема не было. Да, это был октябрь, конец октября. Мрачные тучи, я хорошо это помню. И вот я долбашу. Уже поломал там одни грабли, другие. Просто сбить надо вот это. Сбить, сжечь. Сбить, сжечь. И вот уже 3 часа, вот уже 4, а уже сил нету. А еще гляну там все. Думаю, ну завтра. Я говорю, нет, сегодня. И когда дело к концу подходило, я стоять не мог, я на коленях. Колени сбивал. А сам себе думаю, зачем я надрываюсь? А внутри что-то такое есть, что вот заставляет это доделать до конца. А оно еще не горит сырое, сыроватое. Бензина канистру сжег. Короче говоря, я сбил этот бурьян. Это было уже темно, при луне я добивал последние метры. И тракторист, глядя на все это, говорит, ну у него даже слов нет. Сильно возбужден был. Зачем я рассказал? Я знаю, что каждый из вас знаю точно, как и я, как любой человек, в глубине души надеется на лучшее. Но с другой стороны, каждый раз, когда начинаешь что-то делать, внутри голос. Ты же 1000 раз говорил, что ты бросишь курить и куришь. Ты 1000 раз хотел накачать тело, а живот у тебя до сих пор торчит. Ты 1000 раз хотел похудеть. Ты 1000 раз обещал делать 10 контактов в день. Ты 1000 раз обещал звонить. И ты ничего не делаешь. Ты до сих пор, ты в бизнесе, в таком шикарном бизнесе, где у человека 5 крутых автомобилей на несколько миллионов долларов в этом бизнесе. Ты никто. Год и два и три. Ты все по-прежнему в долгах. Голос такой внутри говорит и говорит, говорит и говорит. И ты приезжаешь на какое-то мероприятие, послушаешь других людей и думаешь, нет, с завтрашнего дня начну. Ведь это же так просто. Ведь это же оказывается так просто. Правда, действительно, ведь посмотришь, миллионы людей на машинах, все в долгах, все в проблемах. Есть деньги, нет, все хотят сэкономить, все боятся залить какую-нибудь дрянь в свой бак. Автомобиль это что-то такое особенное для человека. Это такой домик на колесах, все хотят. У меня классный бизнес. Я, наверное, смогу. Но когда начинает, приходит новый день, и ты думаешь, что я сейчас буду звонить, и у тебя опять рука не поднимается, ты заткнулся в этот телевизор, сначала Mail.ru, потом Одноклассники, потом будь он проклят, Google, потом еще что-нибудь, смотришь, ну ладно, завтра. И так день за днем, то телевизор, давай поженимся, то модный приговор, то еще хрен знает что, то кухня, то кастрюля, день прошел, еще один день, приезжаешь, выводят каких-то там голдов или силверов,